Афанасий Никитин встретил нас на рыбалке. Прикатили мы порыбачить чухонь. Раскинулись. Зонтик у нас тут. Резиночка. Там вон наши бутылочки. Заякорились. Чуть-чуть ловим. И не ловим. В общем, короче, что поймали. Сейчас покажу. Полдня сидим. За полдня... Ха, вот такая вот рыбочка поймалась. Шустрая гадина. Вся рыбалка. Может, потом пойдет. Он аж прям выпрыгивает. Лодку мы там вон заякорили, ее за кустами. Красненькая вон виднеется. Водичка чистая на этом берегу. И сразу обрыв. Можно бультык сделать и покупаться. Вон баржа плывет. Короче, понедельник, рыба не клюет, не хочет. Может, вообще клевать не будет, может, что подклевывать будет. Уклейка мелкая поверху воды, он плавает какая-то. Много-много-много ее, он видать. Вон ее. А так что-то не клюет. Главный процесс. А рыб потом. Красота. И вода, смотрите, чистая какая. Обалдеть. Полметра. Метр. И чисто все. Здесь где-то мелкие стайки плавали. Малюсенькие. Не видать их что-то. Зонтик взял, думал, будет жарко. Не очень, но слепни задолбали. Так, вот такой вот улов. За полчаса клюет еле-еле. Одна чехонечка попалась. И три вот таких вот еще рыбки. Что за рыбки, не могу понять. Ну вот уклейка одна попалась. И вот такая вот рыбка. Что за рыбка? Не могу понять. Вот. Ловим дальше. Итак, ловим чехонь. Но чехонь у нас не клюет. Где лягушка? Лягушка, лягушка. Тут лягушка к нам приплыла. Сейчас лягушку поснимаем, если рыба не идет. Бешеный Фрейзи Крок. Вау! Лягушка, лягушка! Рыб тут есть? Есть, говорит, только ждите. Ну давай. Такие они шустрики. Так, пойдем побалуемся маленько резиночкой. Может, что и клюнет у нас. Четыре рыбки за полдня. Не ахти, конечно. Так, короче, не клюет у нас здесь. Решились мы переставиться. Покатили мы переставляться. Вот моя лодочка. Погнал я, короче, сейчас достану грузик, кирпичик. И, наверное, будем вот в ту сторону. Вот там вот палочки тоже стоят. Короче, там поставим сейчас.
вначале. Ох, 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 там вообще. Вот сейчас вот уйдем и там будет клевать. Ну давай на пробу. Пройдешь? Как раз под этот, под кусты в самый раз. Опа! Переходим в весельный режим. Погнали! Свою тогда пока я не буду переставлять. Я пока тогда Лёшкину сейчас заберем и переставим. И поплыли. Я тут без мотора могу за 5 минут переплыть Волгу. Смотри, раз и 5 метров сразу я плыву. Так, вот хочу вам показать, что хочу я вам показать. Смотрите, вот у нас бутылочки. Это самый такой удобный момент на бутылках. Вот бутылка раз, бутылка два. И там у нас груз. Кирпич мы, короче, закинули туда. Кирпичик закинули. И вот так вот можно легко, быстренько взять бутылочку. И потом уже переякориться. Чем мы сейчас и будем заниматься. Вот так вот переякоряемся. А где бутылка? Оп. Опа! Бутылка, вот она. Сейчас мы ее достанем. Гадину такую. Да я вот сейчас вот хочу бутылку поймать. А, полное пиво холодного. Опа! Все, якорь взяли. Якорь. Вот видите, бутылка. Якорь сейчас берем. Кирпичик у нас здесь. Вот, и резиночка. Видите резиночку, да? Вот так вот аккуратненько сейчас мы ложим кирпичик. И вот так вот аккуратненько машем веслами. И погнали. Переякоряться будем. Сейчас я тут чуть-чуть подправлюсь, чтобы сильно не болтыхать. Опа! Бляха-муха, ладно. Сделаем сейчас. Собака слепень. Как он, гад, нам не дает нам. Че, здесь хочешь или там? Иди дальше, давай. О, тут резинка, тут. Все, вот так? Давай так, да. Все, сейчас, подожди. Весельный режим. Опа. И сейчас мы перекинем нашу резиночку. Вот так вот. И вот наша бутылочка. Кидаю? Вот, видите? Опа! И как раз в самый раз. Все, погнали отсюда. А потом, если что, я и свою переброшу. Сейчас вон туда у меня лодка. Смотрит. Сейчас, если здесь чехонь пойдет,
если пойдет, конечно. Это хорошо, там что-то нет, вот не идет. Непонятно что-то. А мы сейчас вон туда. Вот так сейчас бочком поставим, оба, чтобы было все нормально. Потом вот Эхолот Практик 8, более усовершенствованную прошивку 1.2.33 переустановил. Попробуем ее, как она у нас будет показывать глубину, будет ли вообще показывать. Ну, колокольчик на палочке. И слепней вот этих вот даем, чтобы они не мешали нам кайфовать. Водичка такая прохладненькая, хорошенькая. 8 августа сегодня у нас. 2022 год. Короче, вот так вот. Кайфуем. А мы опять кайфуем. Что на рыбалке делать? На рыбалке нужно отдыхать. Вот. Вся наша поклажа, зонтик туда-сюда. Там вон колеса, стульчики. Холодильник импровизированный. Да, с Алиэкспресс хочу холодильник заказать. На 13 литров. 13-15 литров. Вот. Порядка 3500 где-то стоит он. Холодагенты туда вот эти вот, ну, замораживаешь бутылочки, вот, закидываешь, короче, и нормально. Ладно, пока не клюет, выключимся. Ребята, по ходу дела поймали мы нашу рыбку. Только что мы поймали, пока не знаю, вроде что-то идет. Опа, хорошо идет, даже бодренько. Ну-ка, посмотрим. Фу, хорошая прям. Парни, мужики, девчонки, я поймал рыбку. Что-то, да, есть, клюнуло. Сидит прям вообще зачетно. Дергает. Лишь бы мне ее не прозевать. Идем мы за нашей рыбкой. Видите, аж прям леску теребит. Я надеюсь, что подошла тихонько. Вроде бы, да, меленькая, правда. Ай-яй-яй-яй-яй. Давай, тихо. Ох ты какая, ох ты какая. Бойкая, тихонько. Ребятки, тихонько. Маленькая. Маленькая, правда, вот такая. Вот смотрите, вот она. Бодренькая, вроде подошла, тихонечко. Но клюет вяленько. Может, думаю, она же стайная рыба. Вот мы сейчас и проверим нашу стайную рыбу. Пока мы эту чехоньку кидаем оттуда, чтобы она не убежала. Не надо. Я ее как ждал сильно. Не надо мне, ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Такая прям вкусненькая она будет. За неимением того, что нету, это будет... Ведро у меня подвешено. Кустиках, чтобы было прохладненько. Вот, короче, вот туда. Вон ведерочка, а там рыбочка. Так,
Вот я хотел искупаться, сбегать. Рыбка не дает. Так просто. Так, поднасадим маленечко вот этих наших бешеных опарышев, которые тут и есть, остались. Этим опарышам сейчас очень жарко. Но уж извините, товарищи опарыши. Вон они какие бойки. Вах-вах. Поднасадим, короче, вот так вот. Убирать не будем. Что-то у меня, кажется, дернулось. Или... Если стайка чехоньки придет, то это будет очень даже хорошо. Это будет обалденно. Это будет замечательно. Как говорится, надежда умирает последней. Надежда рыбака, ла-ла-ла. Опа. Ну, там у меня есть. Там тоже есть. На последнем четырех крючках тоже есть. Сейчас вот эти вот трава появилась. Ох, как зашевелились они. Сейчас мы их поднасадим, чтобы они приманили бойкую чехонь. Мелкая чехонь. Слишком здоровой тут нету. Если попадется хорошая, то хорошо. Нет, мы не жалуемся. Короче, все. Вот так вот. Потихонечку опускаем. Опа, братки. Братки у нас пытаются убежать. Так, давайте сейчас мы. Пустим нашу лесочку. Нет да нет да дернет. Нет да нет да. Что-то подклевывает. Ну вот подклевывает. Вот как раз я колокольчик вот поставил. О! Колокольчик поставил. Вот так вот зацепил, короче. Вот. Щирк и все. Если чехонь клюет, она заглатывает моментально наживку опарыша. А я покупаться хотел идти. Ну ладно. Потом сходим покупаться, поболтыхаться хотел. В данный момент видео снимаю на камеру с Айджикам 5000 плюс. Вот. Ну давайте. Подергаем, подразним чехоньку. Поплывет она к нам. Будет теребунькать нашу наживку или не будет. Вот. Тут, наверное, штучный только плавает. Скорее всего. Если бы стая плавала, она бы уже бы атаковала. И слепней очень много одолевает. Прям капец прям. Леха поймал чехоньку. Хорошую, добротненькую. Оба-на! И сама слиняла. Оба-на! Куда ее? Сейчас. Короче, ее берем. Потихонечку. Хопа. Чтобы нам тут не перепутать. Уже что-то зацепили. Вот сюда в ведерко ее кладем. Вот так вот. О, у Лешки три штучки. А, холодогент растаял уже, Лех. Вода-то холодная. Ну, прохладная, да. Клюнуло, ребята. Мелочь. Пойдем выцеплять ее. Мелочь какая-то. Совсем мелочь. Вообще. Время 4 час. Она только начала клевать, ага. Но мелкая, блин. А?
Практически. Практически. Так. Может, сейчас за полчасика надербаним маленечко. Чуть-чуть. Такая мерная для засолочки. Ну какая, ребята. Вот она, тихонько. Меленькая. Ну, блин, нормально пойдет. За неимением того, чего нету, это прям обалденно. Вон тут волны. Катер проехался еле-еле. Маленькие катера, от них волн вообще капец. Так, ладно, подергаем. Вот считайте, мы здесь с 9:30, грубо говоря. И уже время 4 час вечера. Шесть штучек всего лишь поймал. Это капец. Опа, ребята. У меня поклевочка вроде бы была. Мне так кажется. Опа, да-да-да, есть, сидит. Рыбка сидит. Рыбка нас ждет и выжидает. Так. Вот так мы сейчас затянем. Вон там уже резвятся. Вау. Пошли мы за нашей рыбкой. Пошли мы за нашей рыбкой. Рыбка, ты моя рыбка. Вон леска аж прям, смотрите, вау, в дугу свернулась. Что у нас здесь? У нас здесь чихонька. Маленькая такая борзая чихонька. Посмотрите на нее, полюбуйтесь. Хоп-хоп-хоп. Любуемся, красуемся. Опа, а там плещется. Под вечер чихонь подплыла. Борзая чихонь. Ну, ай-яй-яй-яй, тихо-тихо-тихо. Опа, все нормалек. Чихоньку мы берем. Вот такая... Я вот была, короче, у вас на экране и на глазах чихонь. Ушла. Зараза. Ну ладно. Сейчас пойдет всем растрезвонить, что здесь и их ловят. И у меня придут еще больше рыбы. Капец. Ну ничего, бывает. Главное, тут есть, подошла она, короче. Нормалек. Хорошо, поклевку видели? Я тоже. Самое главное. Так. Опускаем. И погнали дальше теребунтить. Так, ребята, вроде есть поклевка. Вроде есть поклевка. Дрюкал. Очень долго дрюкал, есть хорошенькая. Блин, лишь бы сейчас бы не ушла она. Такая ненаглядная, ненасытная чихонечка. Пошел я за ней. Тра-ля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 . А вон она, смотрите, вот она. Такая бойкая, она чихонь моя. Ага. Песню, о, песенку сочиню. Так, берем. И, о, бляха-муха. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Вот она, хорошенькая. Ой, трюкать тут надо ее очень долго. Тыркать туды-сюды, сюды-туды. Вот такая вот мерная чихонечка. Сантиметров 25. На засолочку. Пошли в наше ведерочко. Наше секретненькое ведерко. Вот туда ее. В ведерке у нас там водичка. Я вам покажу. И баночка с хладагентом. Чтобы вода была холодненькая. Ну, чтобы десятка, если поймаем, будет хорошо. Будет нормально.
Дергать долго пришлось. Раз 50, наверное, туда-сюда. Вот так вот, короче, делал. Туда-сюда, туда-сюда. Вот, закидываем. И еще раз дергаем. Короче, она вот здесь прям под бережком плавает. Дразнит нас, рыбаков. Говорит, поймаете, молодцы, не поймаете. Вот так вот, значит. Ладно, пошуршали, дергать дальше. Оп. Хоп, хоп, была что-то дергалка, подсечечка такая непонятненькая. Сейчас. Так вот, короче, надо надергивать вот так вот. Вах, вах. Еще чуть-чуть вот так за карабинчик возьмем, ну-ка. И ближе вот здесь вот подойдем просто-напросто. Хопа, хопа. Раз. Походу дело здесь, она вверху где-то плавает, кормится. Любимый муженек решил порадовать рыбкой. Привез немного. Ловили чихонь. Надеюсь, она самая вкусная. Сейчас попробуем ее засолить. Чтобы рыбка не пропала, решила ее засолить. Через 3 дня будем промывать и сушить.